В аэропорту Хитроу самолет едва не сдуло ураганным ветром. Лайнер компании British Airways заходил на посадку при сильнейшем боковом ветре и уже коснулся взлетно-посадочной полосы, как его отбросило в сторону. Пилоты тут же подняли машину в воздух и пошли на второй круг. Всему виной ураган Эрик. В некоторых районах Великобритании скорость ветра достигает 110 км в час. На севере страны объявлен повышенный уровень опасности. Жертвами стихии стали уже два человека.